Наперед! Фу! Кругом! Марш! Прямая нога в колени, шаг от бедра, носочек от земли строго 20 сантиметров. Такой шаг абаканские школьники тренируют для вахты памяти. Я люблю свою родину, мне нравится маршировать. И ежегодно моя команда принимает участие. Как божий дар, знаете, не каждому дано, но этому нужно научиться. Тренировки, упорство, и все получится. Нужно подобрать человека, который мыслит так же, как и ты, чтобы была какая-то синхронность. И когда уже сформировали группу, так сказать, коробку, идут очень долгие и тщательные репетиции. Иногда даже приходится уходить с уроков, чтобы порепетировать. Сегодня на паркете ЦДТ лучшие ребята. 14 караульных коробок от абаканских школ. Победители конкурса первыми заступят на пост у Вечного огня в Абакане в День Победы Великой Отечественной. Дата в новом 2020 году юбилейная – 75 лет. Наш отряд, все старшие, около 3-4 лет этим занимаются. И когда мы выходим на пост 9 мая к огню, мы смотрим, что нас смотрят миллионы, сотни людей. У нас такие впечатления, что мы хотим показать реально, какие мы круты, как мы можем по максимуму все сделать. Здравствуйте, товарищ! Здравия желаю, товарищ председатель жюри! Поздравляю вас с проведением конкурса почетных караулов! Ура! 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 Как говорят организаторы конкурса, в этом году школьники проявили себя лучше. Движения стали увереннее, а выполнение команд четче. В итоге лучшей караульной группой стала команда Абаканского лицея. Второе место у первой школы, третье место разделили 25-е и 12-е.